Сделали такой диван, закончили угловой. С двух сторон подлокотники. Здесь соединение с двух сторон скреплено, укреплено шурупами мощными. В случае, чтобы не разошлось. И вопрос такой, какой угол здесь должен быть зареза? Кто может подсказать? Угол наклона спинки 110 градусов или от 90 градусов, если считать, 20 градусов. Здесь, по идее, 90. Какой должен быть зарез? Ну, если логически подумать, должен быть 45 поворот пилы и наклон, тоже как наклон спинки, по 20 градусов. 20 градусов. Но, к сожалению, такое не получилось. Здесь какая-то работает формула. Зависит от высоты. Мне так кажется. Может, кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста. У меня здесь вышел угол наклона пилы около 13 градусов и поворот пилы где-то 43 градуса. И сошлось под 90 градусов. Вот такой щит из реечек. Также подскажите, как проще и оптимальнее сделать выборку под рейки, чтобы это было быстрее и проще. Ну и, конечно, надежнее. Тут два таких подлокотника. Тут обналичка. Наличник идет. Зарезы под 45 градусов. Все обкатано. Наружные края обкатаны радиусом фрезы 5 миллиметров. Рейки просто ровные. Края сбита только фаска наждачкой. Вот такой диванчик получился угловой. Вот это подставки. Кстати, вот такие ручки заказали на шкаф-купе из дуба. Тоже покрашено полиакриловым матовым лаком. Очень приятный на ощупь. Шелковистый, очень приятная такая. Как один клиент мне сказал, эту мебель хочется трогать. Приятно трогать. Ну, спасибо. Жду от вас
советов и комментариев. Всем всего доброго. Заказали такой диван. Необходимо сделать решетку деревянную на сиденье и на спинке. Вопрос знатокам, как бы вы лучше это сделали? С помощью долбежки или еще других способов? Мы сделали таким способом. Выбрали паз, потом ставили с промежутками, где будут рейки, печенюшки такие деревянные. На спинке выбрали паз с наклоном. Тоже вставили реечки и все зашлифовали. Тут еще не зашлифовано. Так что, народ, скажите, как бы лучше вы это сделали? Понятно, что можно было сделать, выдолбить, каждой реечке выбрать шип. Но здесь, где наклон, тоже нужно было поморочиться. Здесь, где наклон, надо выбирать, вырезать с каждой стороны под углом. Мы сделали своим способом. Вставляется просто рейка полностью в паз, и все. Какой самый простой способ? Подскажите. Колышки для соединения я делаю с помощью такого самодельного приспособления. Тут у меня разные диаметры. На 12 вот это с помощью такой штучки. Это со старого замка. Металл не очень, но колышки делают нормальные. Вот на 12 получаются вот такие чопики. Раз то, что нужно, заусенцами, чтобы лучше хваталось.
На 8 чуть-чуть получше. Ну, как бы более глаже. Но я считаю, что такие, с таким шероховатостью намного лучше. Для соединений будет прочнее и надежнее.